Зрители, добрый день. В общем, ребятки, не дает мне покоя. В общем, смысл в чем? Автономка начала потихоньку подкапчивать салон. Думаю, что за херня, блин. На полный накручиваешь, начинает подкапчивать. Сейчас на улице десяточка. В общем, разобрал я автономку и видел там такую херню. В общем, раскидал автономку, ребята. Вот сопло. В нем, когда я снял, думаю, что там тарахтит. Вот эта шайба. Вообще отпала, вовнутрь туда упала. И вот это вот все сгорело. Вот это, наверное, добавление получается этого. Бензина, керосина. Вот, и всякой-всякой херни. Сейчас хочу попробовать ее сделать. Да, можно ее там пойти купить сейчас за 8 тысяч, китайку. Ну что, она нормальная, рабочая. Котел целый. Сейчас почистил. Хочу попробовать восстановить ее. Попробовать, что получится с этого рая. Сейчас надо найти трубку, сделать вот такое сопло новое. В общем, смотрите, у меня есть вот такая старая нефункционирующая фигня на баллончик. А вот с нее металл. Видите, то я думаю, пружинная сталь. Сейчас мне надо в горелку. Это, блин, забабахать, блин. Сейчас посмотрим, как ее только приварить. Очень такой серьезный вопрос. Так, где она сама, эта горелка? Горелка, вот она. Блин, или найти трубку такую. Или с этой ерунды сделать. Или с этой, ребята. Ну, металл по толщине точно такой же, что здесь, что здесь. Блин, он настолько тонюсенький, блин, как его варить только. Еще ж надо шайбу к нему бахнуть. В общем, сборочка продолжается. Не знаю, ребята, электросваркой варил тонюсенько, тут чуть отверстие прожег. Но не стал я там ничего. Там внутри шайбу приварил нормально. Я просверлил мне отверстие, загнул усики. И прихватил. Блин, электросваркой. Тут, блин, толщина, наверное, 0,8 или 0,5. Так что лишнее отверстие получилось вот здесь небольшое. Все, я ее сейчас собираю. Что там, посмотрим, что она будет работать, не будет, допустим, глянем. Пришлось мне прокладку сюда вырезать. В общем, собрал я вот так вот эту херню. Сейчас будем дальше закручивать. Ну все, ребята, запустилась она. Сейчас мы ее закрепим. Пошла. Все нормально. Горячий херячит. Сейчас собираю ее. Ничтяк. Вроде пошла, ребята. Так, все, я собрал. Но у нее звук какой-то своеобразный появился. Такой какой-то непонятные, по мелочи. Ну, я имею в виду, все равно, как горелка, по-другому стала работать. Естественно, там отверстие не насверлил, еще что-то. Сейчас залезу, посмотрю. В общем, надо дать немного поработать. Но пока кумаря никакого я не вижу. Сейчас на полную наболтал. Вот так работает, реет. Работает, греет, но кумарь надо увидеть, чтобы попозже был. Потому что, когда вот работает, начинает там под утро, часа 2-3 поработает, и начинает у нее такой какой-то туманчик стоять в салоне. Ну, в общем, вроде маслает. А там уже будем смотреть. Кумаря пока нету. Вроде работает. Я же говорю, звук у нее изменился, именно выхлопа. Ай-яй-яй. Так, не дымит, не коптит. Пущай помолотит. Посмотрим, блин, наберется кумаря или нет. А так, а что у нас опять? Снег пошел. Опять
снежок идет. В общем, такое кино. Ну, что сегодня подделал?